Друзья, всех приветствую, с вами Владимир Николаев, и мы отправляемся, точнее уже почти приехали, на прекраснейший водоем на Кубани. И наша цель сегодняшней рыбалки — это ловля такого зачетного карасика на флет, на микронасадке. Ну и есть интересный эксперимент, исходя из предыдущих фидерных рыбалок, когда мы прекрасно ловили на чудо-насадку пенопласт с опарышем. Сейчас мы хотим что-то подобное проэкспериментировать на флете. Будем ловить на два типа насадок и посмотрим, какая будет из них результативней. Здесь, кстати, поглубже, около берега, можно будет садок поставить, вот сюда прям можно и штаб-квартиру разместить. Прикольное местечко, смотрите, какая огромнейшая ива. Потому что сегодня у нас плюс 32, вообще прям как летом, жарище. А мы, скажем так, еще без кремов, поэтому можно сгореть. Выбрали специально такое комфортное местечко. Ну и тут кто-то уже ловил, постовушки даже стоят. Но здесь мелко очень. Ну ладно, думаю, вываживание будет нормально, а вот садок некуда бросить. В принципе, можем сразу поймал, отпусти. Парочку пожарим сегодня обязательно. Ну что, мне уже не терпится. Давайте начинать. Сейчас быстренько маркеримся. В принципе, как Семен нам дал информацию, водоем не рельефный, но такой заиленный. Нужно найти более-менее твердый такой участок. Проще всего это сделать маркерным грузилом. Просто сейчас протянем там, где будет полегче протягиваться. То, собственно, и выберем. Погодка сегодня у нас классная, безветренно. Можно было даже попробовать и на поплавочек половить. Но единственное, что здесь около берега достаточно мелко. Не знаю, может быть, и попробуем. Намотал сюда шнур 0,16. Как на постоянку, чтобы шук-лидер не использовать. Можно было делать и силовые забросы, боясь на то, что произойдут какие-то отстрелы. Катушечка у нас сегодня 5000-ная. Акума Invicta. У меня есть 4000-ная. Это 5000-ная, но корпуса, скажем так, компактные. Ну вот, можете посмотреть на укладочку. Прикольная катушечка. Здесь аж 9 подшипников, причем стоят они практически во всех нужных местах. Опорный стоит на пиньоне, опорный стоит на обоих главной пары. Механизм здесь не бесконечный винт, а кулиса. Но единственное то, что в ролике лесоукладывателя одна стоит втулка, а второй стоит подшипник. Ну, когда мы будем делать полный разбор данной катушки, я вам все детально расскажу и покажу, где что можно поменять, чтобы было отлично. Грузик полегче взяли. Так вот, булаву. С помбы у нас единственное нет, чтобы побыстрее весь этот процесс у нас ускорить. Ну, сейчас маркеримся, заклипсуем, прям сюда привяжем кормушку. Наверное, так сделаем. Стартовый закорм. И уже прицепим флеты. Начнем ловить. Будет примерно такая у нас рыбалочка. Есть хороший плотный участок, но не понравилось по дистанции. Слишком близко. Может быть, ближняя бровочка. А вот там, вот, смотрите, видите, прямо все. В илу сидит. Вообще и не выходит. Но фидер, конечно, информативно маркерится. Потому что четко вот понимание сразу по загибу, насколько глубокий ил. В принципе, о, здесь вот мягкий такой участок. Чуть-чуть поплотнее. В принципе, по презентации ловли на флет ил не так уж и мешает. Я однажды на Урале приходилось ловить вообще на такой ковре из плотной травы. Знаете, такая вот как ворсистая. Я сначала приехал на фидер, потом понял, что это вообще как бы еблое дело, и ничего мне не получится.
О, эта дистанция отличная. А потом повесил флэт, он медленно погружается, и отличная презентация. Насадка всегда лежит сверху. Да, вот здесь вот прямо хороший участок. Да, но здесь уже чуть дальше снова небольшой вил. Хотя, не, нормально. Видите, как легко идет. В принципе, давайте, наверное, на этом и остановимся. Сейчас немножечко добавлю чуть дальше. Потому что я стою-то в каком-то колесе. Потому что берег-то достаточно топкий. Это кто-то себе постамент такой сделал. Ну, мы рядышком воткнем, наверное, сейчас пару сигнализаторов. А пока давайте замершаем приклонку. За основу возьмем обычный килограмм сыпухи. У нас темная такая. Как раз под цвет дна будет остатки еще. 19-й год. 10.06.19 года. Но я думаю, нормальная. Ничего не будет. О, здесь кукурузка. Горошек для бигфиш. Лещей. Ну, карасик тоже и одно, и другое любит. Поэтому добавим обязательно 10 дробленый горох. Прикольная такая смесь. Ну вот. Срок годности, наверное, сколько пишут? 3 года. Прошло уже 5 лет. 19-й, сейчас 24-й. 2 года пересрочки. И ничего страшного не случилось. Две баночки добавим. Без всякой аромы, потому что у меня есть небольшая заготовочка для сегодняшних наших карасей. Это вот такая вкуснятина, ребята, которую используем в карповой рыбалке. Это молотые бойлы. Здесь есть разная фракция. Такие будут крупные частички. Они все равно со временем растворятся. В идеале, конечно, какое-то сито взять и самые крупные, может быть, и отсеять. Хотя вот так вот тоже можно сделать. Что-то, конечно, падает вниз, ничего страшного. Еще возьмем. Запах просто такой ванильно-сливочный, поэтому никакую арому добавлять не будем. Сейчас эти бойлы тут делов натворят предостаточно. Единственное, что нам нужно будет, это сейчас просто водой увлажнить. Вот эти частички бойлов, они будут у нас как пасточина. Ну, как раз к концу рыбалки, думаю, немножко они все равно растворятся. Давайте еще, наверное, горсть. Манипуляцию поделаем. Да, ситочка, конечно, не хватает. Вчера я на флетовой рыбалке также были сложности, то что в комки сворачивалась прикормочка. Все. Перемешиваем по-быстрому. Вот видите, какая у нас получилась темненькая с желтыми такими вкраплениями. Ну, плюс еще крупная кукурузка. Вообще отлично. Сейчас еще немножко водички. Да, хорошо было бы сейчас каким-нибудь спомбом все это дело быстро закормить. Но придется сейчас поставить фидерную кормушечку, стартовый закорм, наверное, может половину побыстрее выбросим. Что касается флетовой смеси, здесь у меня также микс. Это обычный пелец 3-миллиметровый. Здесь у нас есть красненький, оранжевый. И плюс серия методных, точнее это не методная, даже прикормка обычная, фишмил со сливой. Ну такой по факту запах комбинированный. Сейчас по-быстрому тоже увлажним. Но пелец достаточно хорошо впитывает, можно было бы его и отдельно кипяточком замочить. Ну ничего страшного. У нас время на закорм еще предостаточно. Пока закормим, эта прикормка настоится и будет отлично. О, у нас под берегом кто-то даже плескается. Все, в принципе, и одно, и другое настаивается. Пойдемте пока закармливать.
стартовый закорм пока сделали. Кормушечку срезаем. И прямо сразу на плетенке, именно поэтому я поставил чуть толще диаметр, чтобы без всяких шок-лидеров напрямую перевязывать. Кормушечка 60 грамм. Можно, в принципе, было 40 поставить, но 40 мне не нравится там форма. Здесь можно попап спокойно разместить, а там есть небольшие сложности, потому что лишнее ребро жесткости. Обычный вертлюжок. У нас будет глухой монтаж обычным узлом, который вам нравится. 6-8 оборотов. Так, и в обраточку. Готово. По поводу эксперимента, который хочу сегодня провести. Значит, я сделал два поводочка. Он плотно входит. Два поводочка. Один на попапе 8 мм, другой на попапе чуть большем. В принципе, его можно подрезать, и все равно оба эти крючка подымутся. Но вот этот крючок останется на дне нажали. А вот эта вот насадочка у нас полностью поднимется на высоту поводка. То есть по факту тот же пенопласт, только на волосяной оснастке. И посмотрим, что из этого получится. Связал по два поводочка на мягком поводковом материале Kondo Natural. И новые еще с того года тестовые образцы наших новой серии крючков Special Flat F1. В отличие от предыдущей модели, раньше они у нас были таким серым дополнительным покрытием, сейчас новые мы избавились от этого, используя другие материалы. И теперь, видите, он тефлоновый, ну, черный, матовый такой. При этом толщина крючка осталась прежняя, там 0,95 и 0,85 соответственно. То есть вся серия F1 отличается от обычных карповых крючков более тонкой проволокой. Поэтому пойдемте, сейчас вам все это продемонстрирую. Видите, этот утонул стоит на жале, а этот будет приподнятый. Просто здесь глубина не позволяет. Посмотрим, на какой у нас поймается больше. Ребята, первая поклевочка. Только не помню, на что, с какой стороны у нас стояло-то. О, вот это у нас размеры пошли сразу. Ничего себе. Офигеть. Вот это, ребята. А, ну у нас классика. Приподнятый небольшой. Зигрик пока молчит. 1-0. В пользу попапчика. Хороший. Так, не будем мы их складывать. Будем сразу в этот раз отпускать. Или мы его поджарим. Поменьше надо, да? Сладеньких, сладошечных. Вон он еще. Да, здесь, конечно, мелковато. Да, ребята, не тут-то было, как говорится, денек на денек не приходит. То у нас клевало, и мы готовы были на всякие эксперименты. А сейчас после того карасика у нас реально вот он второй. И вы не случайно видите здесь фидерную снасть, потому что флет вообще молчит. Ни попапы, ничего. Вот буквально еще час, наверное, прошел, и мы только первого поймали на червячка. Не знаю, может быть, жара сказывается, либо может место, ой, неправильно выбрали. Ну, такой вот
ладошечный товарищ нам попался. Ну что? Будем жарить? Не? Не будем. Ну ладно. Тогда отпускаю. Еще у нас поклевочка на фидер. Короче, все ясно. Сегодня у нас мимо кассы. Вот, зацепил. Два раза либо перевел. Вот как так? Поп-ап не берет, а этот лень заглатывает настолько глубоко, что теперь без экстрактора вообще не достать. Ну да. Крой сладенький, таких можно ели. Любите жареных карасиков? Напишите в комментариях, особенно жарите ли прямо на рыбалке. Не, этого дружка надо доставать. Понятно, как вообще все это объяснять. Ради эксперимента поставили снова пенопласт с нашим опарышем. Поклевка есть. Ставишь на волосе маленький поп-ап под флет, не клюет. То ли дело в тонком поводке, то ли действительно нужно больше поставить вот такой вот поводок. Может, это то, что тонкий, невидимый. Очень интересно и ни хрена не понятно. Ну вот непонятно, чем этот шарик отличается от маленького поп-апа. Да, здесь, конечно, чесночный запах. Такой ядреный. И Леха, который нам все это дело передал, еще раз ему огромнейшее спасибо. Говорит, что здесь как бы не обычная арома, а именно вот ядреная такая эссенция. И, ну да, когда перезабрасываешь, нюхаешь шарик, он все равно продолжает аромат носить. Поэтому, не знаю, может быть, вот эти как бы для нас мелкие нюансы, а для рыбы, ну, посмотрите, ну как. То ли дело, может, в опарыше все-таки. Вот это вообще убойная насадочка. Ну, что-то подергивания мелкие на флет. Но засечки четко как бы и нету. Непонятно, в чем причина. Поводок уже пробовал другой. Вот у нас тут какая блатная стоечка. С акацией колючая. Вчера, кстати, на флетовой рыбалке проткнул ногу. Прям вошла сразу. На ура. И эту еле воткнул, потому что вся в таких колючках. Очень острый. Ну, ждем. Да, карась загадочная рыба. Ничего не скажешь. Специально заклипсовали точно такую же дистанцию на флете. Все точно в корме. Работает червяк, работает пенопласт. Флет не работает. И снова хорошие такие товарищи. Жирные прям. Ух. Сковородочку. Ну, судя по тому, что остался опарыш цел, а подергивание, то есть, есть.
То есть это все-таки не мелочь ее сбивает, а действительно поклевки происходят в тот момент, когда и шарик, который сейчас сбит, и опарыш привлекает этих пузатиков. Знаете, какой красавец. Дружок, мелковато, поэтому чуть-чуть пролетишь. Опа. Водичка уже цветет. Уже все зеленое. О! Хорошенький. В общем, ребят, мы уже потихонечку начали сворачиваться. Потому что, ну, в принципе, начинается, как на последней у нас фидерной рыбалке, когда забрасываешь, и он начинает просто атаковать эти шарики. При этом флет предательски молчит. Если у вас есть какие-то ответы по этому поводу, арома это работает. Либо вот этот действительно шарик с микроповодком, и как зигрик. Но мне непонятно. Братуха, в принципе, предположил логичную мысль. То, что, может быть, он действительно клюет по факту на опарыша, который приподнятый за счет вот этого пенопластового шарика. То есть он не находится в придонном слое. Сейчас жара, может быть, он на прогретые участки верхних слоев вышел и активно там просто плавает. А вот этот вот опарыш, который, да что ж ты будешь делать, который провоцирует его на поклевку, и происходит, в принципе, сразу самозасечка, и вот такие красавцы ладошечные нас радуют. Ну, давайте мы им и завершим сегодняшнюю нашу рыбалку. Коротенькая, поучительная, интересная. Начинаешь, как говорится, с планов каких-то экспериментов, а по факту попадаешь в совершенно другие условия, которые диктует тебе вот эта вот маленькая рыбушка. Ну, пускай дружок подрастает, а мы поедем дальше на следующие водоемы. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Не забывайте подписываться также на наш телеграм-канал, где выходят короткие видео, интересные, которые даже не попадают в основное видео на YouTube. Ссылочка, как обычно, в описании будет. До новых встреч. Увидимся на водоемах.